Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет люстра из коллекции Ring от производителя Mytony. Есть в коллекции еще люстры на 4 плафона и на 6. Цвет металла здесь бронза. Это новый цвет в коллекции. Ну, по крайней мере, вышел он гораздо позже остальных. А есть они еще белого и черного цвета. Плафоны круглой формы, шарообразной формы, диаметром 11,5 сантиметров. Это матовое белоснежно-белое стекло. Шнур черного цвета, крепление тоже. Патроны здесь G9 из керамики. Максимально допустимая мощность потребления лампы 25 Вт. Лампочки переплетаются отдельно. Я установил LED-лампы потреблением 6 Вт, а выдает каждая такая около 50. Также при подборе лампы обращайте внимание на ее диаметр, он не должен превышать 20 мм, иначе плафон установить не сможете. 20 мм это диаметр посадочного отверстия в плафоне. Плафоны, кстати, накручиваются на сам патрон, у них есть внутренняя резьба. Включенной она выглядит вот так. В принципе, стекло довольно неплохо свет пропускает. Если в целом говорить, то насколько вот люстра на две лампы может освещать, то вполне это неплохое освещение. Если ее рассматривать как основной источник света для комнаты, то это могла бы быть площадь 5-6 квадратных метров. Но также такую модель можно использовать и как дополнение к тем, которые в коллекции больше размером на 4-6 ламп, когда они являются основными в комнате. А такая модель могла бы быть дополнительной. Высота максимальная 204 сантиметра, минимальный она может быть 52 сантиметра. Крепится с помощью монтажной планки, диаметр потолочной чаши 10 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.